Я говорю, стартуем. Всем привет, с вами Ира Смела, и сегодня я хотела бы поговорить о том, как красятся многие девушки. В разных туториалах по профессиональному макияжу, на который я часто натыкаюсь в Инстаграме, я вижу вот такой вот способ избавления от недостатков кожи. Сказать честно, такие видеоролики меня очень смешат, и в голове звучит вопрос: зачем? Для чего? Куда гбаш? Мало того, что у вас на лице куча тональника, CC-кремов, BB-кремов, бронзаторов, хайлайтеров, помады разного цвета, пудры, так еще и вы контурированием занимаетесь. Вы что, смотрите, тук-тук, что ли? Я не поняла. Конечно, я ничего не имею против такого мейкапа, и я считаю, что он не будет лишним на какой-нибудь фотосъемке. Но, девочки, это ведь так тяжело ходить с такой тонной косметики на лице. И я думаю, это совершенно никуда не годится. Ведь намного приятнее, когда на тебе минимальное количество мейка. Например, как у меня. Я наношу макияж очень редко, и для этого мне хватает всего лишь дневного крема, пудры, румян, тени и тушь. Это все, что мне нужно, чтобы выглядеть человеком. В обычной жизни я выгляжу не так. Абсолютно не так. Я считаю, что естественная красота – это самое лучшее. И я не говорю о том, что естественная красота – это когда ты просыпаешься с утра, вся такая растрепанная, у тебя воняет изо рта, и такая... А та красота, когда тебе не требуется тонны косметики, чтобы выглядеть куколкой. Вы должны любить себя и принимать себя такими, какие вы есть. Ведь, как говорят, пока сам себя не полюбишь, никто тебя не полюбит. А так говорят все. Спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до скорых встреч. Оп, танцы пошли, оп.